Плата за ОДН может уменьшиться в разы. Напомню, с 1 января изменился порядок начисления платы за общедомовые нужды. Сейчас эти показания рассчитываются исходя из нормативов, а не по показаниям прибора учета, как было ранее. По мнению единороссов, жители сами должны иметь право выбирать на общем собрании, по какой схеме будет рассчитываться ОДН, и выбирать тот вариант, который будет выгоден именно им. Эти поправки сейчас рассматриваются в Государственной Думе. В мою приемную уже пришло очень много обращений, как непосредственно от жителей, так и непосредственно от ТСЖ. Того изменения, которое произошло с 1 января 2017 года, когда они перешли снова на нормативное начисление, не учитывают их фактически реальные затраты, которые несут на данный ОДН. Изменение, которое сейчас готовится в Государственной Думе, должно будет решить эту проблему следующим образом. Будет общее собрание собственников, и они сами выберут. Либо же они платят по факту, по счетчикам, либо, соответственно, по нормативу. И это должно полностью снять эту проблему. В ближайшее время будет выпущено постановление правительства, более четко регламентирующее порядок начисления именно за статьи текущего содержания. Люди должны выбирать сами, как им удобнее платить. Я считаю, что по нормативам. Это право каждого гражданина. Свобода слова, свобода выбора, поэтому безо всяких проблем, по счетчикам.